Обзор по паре австралийского доллара к американскому доллару, часовой график. В течение вчерашней американской сессии в результате комментариев Джанет Йеллен произошло укрепление американского доллара на большинстве валютных пар. В частности, на данном рынке можно было заметить пробитие еще двух уровней поддержки 74.41 и 74.07, что в итоге привело к достижению следующего уровня поддержки 73.70 уже в начале сегодняшней азиатской сессии. Стоит также отметить, что прежние сигналы на открытие сделок контртренда потеряли свою актуальность по причине обновления предыдущего локального минимума на индикаторе MACD, что свидетельствует о достаточно сильном тренде, точнее его продолжении. Учитывая то, что укрепление американского доллара продолжается и на данном рынке тоже, рекомендую заключение сделок на продажу по паре австралийского доллара к американскому доллару после коррекции, небольшой коррекции, так как на данный момент котировки достигли как и поддержки, текущей поддержки 73.70, так и линии поддержки самого нисходящего тренда, что говорит о том, что дальнейшее движение вниз может быть ограничено. Поэтому заключение сделок на продажу рекомендовано после достижения данного уровня 74.41, что находится поблизости с линией 38% по Фибоначчи от недавнего нисходящего импульса на данном рынке. Выход же из позиции на продажу рекомендую у текущего уровня поддержки 73.70.